Всем халява, здраво, дорогие друзья, с вами Макс Фолк. И сегодня я делаю очередное видео, а именно очередную реакцию на один такой интересный видеоролик. Сейчас скажу, как он называется, а то я уже забыл что-то. А, вспомнил. Малыш Хим в деле, озвучка. Ну, кстати, название такое немного интересное, если честно, да. Прям реально хочется посмотреть, потому что я прям сгораю от любопытства. Мне прям настолько хочется узнать, что там такого интересного сейчас покажут в этом видеоролике. Ну, согласитесь, прям название вообще необычное. Рекомендуется смотреть в наушниках. Ну, я выполняю правила, как меня и просят. Опа! Пушку достал, стрельнул, я ой, как бой. Пуф-пуф. Все, вас нет никого, понятно? Будете себя плохо вести, и тогда... К сожалению, у меня для вас очень грустные новости, потому что я похудел, хочу много кушать. Очень много кушать, но не могу. Работа. И потом что в очко засовываю за... руку. Извините, что? Я отрублю тебе жопу. Это что, самолет? А? Какой классный. Почему моя попа ощущает на этих сиденьях жесточайшую жесткость? Объясните мне, а? Здесь можно смотреть кино? О, нет, сэр, это окно. Мне не нравится. Что это за придурочная палка здесь? Сэр, это... Вот это сиденье, короче, я... Ну-ка сядь сюда, да, давай. Хорошо, сэр. Садись своей жопой. Что? Ой. Мешает палка? Да, немножко. А если тебе сверху еще на получать? Как вы себе все это представляете? Сэр, извините, мы обязательно... Короче, здесь должна быть плазма, а непонятное какое-то окно. Сэр, это очень дорого и... Заткнись. В общем, все это мне не нравится. Если ты еще раз откроешь рот, я тебя казню. Это что, розовые сидушки? Как так? Вы что? Ну, садитесь, они хотя бы мягкие. Можно, да, спасибо. Да садитесь быстрее, бля! Эй! Да, сэр. Знаешь, куда я сейчас засуну тебе этот палец? Куда бы ни засунули, я буду рад. Ты меня бесишь. Ой, простите, я не хотел вас перебивать. Фантастика. Я очень радуюсь, что у нас есть такой классный самолет. Сэр, это автобус. Сука, заткнись. Ты что, блядь, самый умный здесь? Это же самолет. Иди отсюда. И почему мы до сих пор не взлетели, а? Да, дорогой босс, автобусы не могут летать. Расстреляйте его здесь. Сэр, прошу, не надо! Да, специфическое видео. Ой, простите, это моя вина. Пощадите меня, пожалуйста. Да ты не переживай, у меня тоже иногда так бывает. Главное, чтоб не воняло. Да. Ты вот напухал, и теперь все вышли из самолета из-за тебя. Дальше не полетим. Да сейчас все проветрится и полетим. С такой улыбкой говорит. Да нет, юмористы. Не полетим. Казнить его. О, сэр, пожалуйста, не надо, сэр. Очень хочу в туалет по-маленькому. На лошадь писай. Но, быстрее, быстрее. А то казню тебя. Пописал таки. Покажи, что там. Не подглядывай. Ну-ка. Почему там нет ничего? О, идемте, это избушка. Тут баба-яга есть. Бабулечка-ягулечка. Это русский персонаж. Куда вы ее дели? А? Здорово, да. Это можно покушать, да, да. Нет, сэр, это цветы. На, забери. Можно ее скушать? Девочку? А я не знаю. Скажи что-нибудь. Отдайте мои цветы. Сэр, она пошутила. А? Ну-ка, дай руку. Ты мой ужин сегодня. Так, ребята, я не понимаю, ты вот... Чё вы все молчите и пялитесь на меня? Кто хочет со мной селфи, кричите громче, давайте. Ударю тебя. Мои кулаки сильные. Ты хочешь подраться? Сейчас как дам тебе. Улетишь на Луну. Я вообще умею тэквондо. Кулаками банч вот так.
Чё ты так дерзко смотришь на меня, а? Как Бескру. Я говорю, ты кондор. Могу за яички схватить и потянуть вниз, схватите вниз. Это очень больно, не смейся, больно говорю. Ты сомневаешься? Чувак, я тебе лещом организую фаталити, отвечаю. Так, я не понял, почему здесь до сих пор нет надписи Air Kim? Если кушать много не буду, стану худым, прям как он, смотри какой, а? Ты можешь большой животик. Потом этот гидравлический пресс подает подачу, чтобы... Ты пахнешь молочком. Ой, спасибо. Это кто? Время кушать, погнали. Еда! Знаете, мне на самом деле больше всего понравилась здесь фраза «могу за яйца потянуть вниз». Кто-то начинает ржать, он говорит: «не ржи, это больно». Это было жестко. Ладно, вот такой видосик получился. Кстати, реально смешно и есть над чем поржать, потому что автор, который это все переводил, но он постарался. Правда, юморок иногда, конечно, все-таки такой глуповатый, но это иногда. Все нормально. В целом, видео офигенное. Те, кому понравилось, ставьте лайк. Те, кто хочет, обязательно подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем тем, кто заходит и подписывается. С вами был Макс Ворд. Всем пока-пока.